Здравствуйте, дорогие друзья! Я ведьма Хельга, и сегодня продолжаем рассказывать о ритуалах, которые проводятся в Центре парапсихологии Алены Полынь. Сегодня я расскажу вам о ритуале «Закрыть рот». Соседи по дому или сотрудники и сослуживцы на работе сплетничают, обсуждают, придумывают различные небылицы про вас. Или же в вашем окружении появился крикливый человек, который поднимает шум, бурю буквально на месте. Не стоит терпеть такое положение дел. А потом еще и переживать из-за того, что услышали и узнали. Просто закройте таким людям рот. Для этого в Центре парапсихологии проводится ритуал «Закрыть рот». Этот ритуал закроет рот сплетникам и крикунам, перекличит их внимание. Вы же обретете спокойную обстановку на работе или дома. Данный ритуал делается по фотографии сплетника или крикуна на расстоянии или на личном приеме. Ссылку на ритуал найдете под видео. Ждем вас в Центре парапсихологии Алены Полынь.